Севастополе вырастет плата за капитальный ремонт. В следующем году минимальный взнос для владельцев помещений в многоквартирных домах составит 11 рублей 98 копеек за квадратный метр. Проект постановления был принят на заседании городского правительства 12 октября. Проект постановления подготовлен с целью утверждения на 2023 год минимальный взнос на капитальный ремонт, уплачиваемый собственниками помещений в многоквартирных домах. В результате принятия данного проекта минимальный взнос будет равняться 11 рублям 98 копеек. В настоящее время собственники платят 9 рублей 65 копеек за квадратный метр помещения. При этом экономически обоснованный тариф существенно выше номинального. Он составляет 28,5 рублей. Разница покрывается за счет субсидий от столицы. Да, пока, слава богу, есть дополнительные, были, по крайней мере, да. На текущего периода дополнительные субсидии по программе сотрудничества с Москвой на капитальный ремонт. Посмотрим, по следующему году будем прорабатывать, чтобы тоже такие дополнительные субсидии, фонд получал.